Меня зовут Максим Ильцов, я генеральный директор первого ипотечного агентства. Наша компания занимается агентскими услугами в области недвижимости. Мы ведущий ипотечный брокер и компания, которая консультирует по вопросам инвестирования в недвижимость. Главная польза в том, что мы стали системно подходить к организации и проектной, и операционной деятельности. Мы запустили в компании с самого начала сотрудничества с Ярдом практически ряд серьезных глубоких преобразований, которые продолжаются до сих пор. Что точно поменялось внутри компании, то, что мы точно взяли, это очень четкую приверженность ритму достижения определенных поставленных целей в рамках проектной деятельности и крайне активное выделение лидеров внутри команды, динамичный поиск людей, которые готовы быть вкладом, придумывать что-то новое, менять продукт, менять компанию к лучшему, быть интереснее, полезнее для клиентов, для самой команды. И как результат, у нас в компании пошли те изменения, которых ни я, ни мои коллеги не предполагали, когда сотрудники сами стали придумывать и реализовывать те вещи, которые задумывали из области, а хорошо, здорово было бы, чтобы было вот так вот. И через какое-то время люди приходят и рассказывают, мы сделали вот такую историю, здесь докрутили, довинтили, и вот оно уже работает без твоего участия. Ценнейшим и самым главным ключевым инструментом был монитор текущей деятельности, монитор предшествующих показателей. Воспринимая то, что сейчас происходит со мной, там внутри компании не как прохождение какого-то курса, да, а как некую системную поддержку по внедрению тех изменений, которые реально необходимы для того, чтобы бизнес реально был интересным, полезным, со смыслом и приносил удовольствие и всей команде, и фаундерам, и, разумеется, клиентам. Удивительным образом оказалось, что даже неудачные какие-то действия или там новые поиски в процессе проектной деятельности можно втащить в операционку, и на этом фоне операционная деятельность стала сама где-то улучшаться. Первое, я бы рекомендовал заглянуть вглубь себя, подумать, принять для себя, в первую очередь, для чего я занимаюсь тем или иным бизнесом, что я несу, что он мне дает, кем я себя в нем вижу и в чем его настоящий реальный драйв, но абсолютно точно необходимо заниматься стратегическими вопросами, а не сидеть как в танке в операционке. Я признателен организаторам программы «Курс на Ярд» за те изменения, которые происходят во мне, в нашей команде. Это классная, кайфовая история. Она очень-очень практическая. И я действительно искренне рекомендую тем, кто хочет развивать свой бизнес системно, организованно, чтобы он дальше масштабировался, я бы советовал пойти на курс на Ярд и взять оттуда все, что только вы можете вынести.